Привет, друзья! Сейчас я нахожусь в самом центре города Полтавы, в так званом корпусном парке. Это градообразующий парк, который находится в самом ее центре. И в центре этого парка находится замечательный памятник славы, о котором я и хочу с вами поговорить. Памятник славы был установлен в честь победы над шведскими захватчиками, над оккупантами. Мало кто знает из полтавчан, как называется этот памятник, а полное его название — это памятник русской славы, памятник русскому оружию. Да-да, удивительно. Ну и 6 лет назад, после революции, историю начали переписывать и стыдиться победы над оккупантами. И националистические, патриотические силы решили таким образом украсить памятник, вставив в зубы орла флаг Украины и флаг украинской повстанческой армии. Непонятно совершенно, почему это было и зачем сделано, но кроме как наша дура выше всех, я объяснить этого не могу. Я не имею ничего против национального флага, либо какого-то другого флага. Совершенно не нравится то, что портится эстетический аспект памятника. На него смотреть становится, ну, просто с художественной точки зрения неинтересно, некрасиво и неправильно. Товарищи националисты не понимают, что таким образом они позорят самой себя. Флаги, они периодически ветшают и рвутся на ветру, и превращаются в такие тряпки. То есть на самом деле происходит как глумление над национальным символом. Сколько в городе не проходило опросов по социальным сетям и настроение полтавчан, однозначно говорит, что памятники там не нужны. Я же предлагаю альтернативу — поставить хотя бы, ну, флагшток. Хотите, давайте поставим флагшток, и там пусть возвышается украинский флаг над орлом. Тогда, ну, все будут довольны. А так для меня это как маркер. Пока флаги над орлом висят, то власть в стране и в городе не меняется. Все остается, как и было 6 лет назад. Вот и все. И в данном случае нету никакой политики. Просто эстетика. Это некрасиво. Ну, не годится так. Спасибо за внимание, друзья. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч.